Вчера, как известно, наш противник клянчил там самолеты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ? Понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений, военной техники, включая современные танки. Речь идет о производстве, модернизации тысяч танков. Эта задача стоит, она вытекает из ГОЗа, она вытекает из решений, которые принимаются президентом страны. Давайте этим сегодня и займемся.